Здравствуйте! В эфире Московская студия агентства русской информации. Мы продолжаем давно прерванное изложение истории древневавилонских жрецов, точнее их далеких потомков, которых теперь непонятно как называть. Мы их сокращенно для публики называем анунаками. Понятно, что к тем изначальным анунакам они имеют отношение очень отдаленное, но тем не менее, есть даже и зарубежные, довольно большие круги, которые называют их так же. Завершили мы предыдущую серию на... Из четырех лекций. Да, из четырех лекций. Это был наш второй акт гигантской пьесы XI века под названием «Реванш западных семей». И заключался он в том, что мы разобрали ту самую спецоперацию под названием «Великий церковный раскол 1054 года». Что это было, как это было, чьими руками делалось и к чему привело. Сегодня у нас третий акт этой грандиозной пьесы под названием «Реванш западных семей». Он также будет состоять из четырех лекций. И на этом XI век мы с вами закончим. Итак, хотелось бы начать с новой тактики. Пока мы изучали материалы XI века, стало понятно, сколько новых приемов и сложно сконструированных механизмов было введено в общественно-политическую практику с двух сторон. Но в основном достижения касаются именно инициатив представителей западных семей. Казалось бы, хотя они были менее успешны, менее демонстративно богаты, не имели такого количества арсенала средств, который был в распоряжении у византийских кланов, но при всем при этом им удалось многое. Причем то, что им удалось, это послужило основой для всей дальнейшей военной, политической, общественной структуры или выработки новых механизмов этих структур, международных интриг, естественно. Мы вам покажем просто за следующие четыре лекции, сколько новых тактических приемов было придумано нашими ребятами из западных семей и к чему это привело. Итак, мы с вами все еще находимся в XI веке. Он был длинный, ключевых событий в нем на самом деле было очень много, и он является очень важным для понимания всего того, что потом происходило на протяжении второго тысячелетия. Мы так долго разбираем тактику наших ребят из западных семей, потому что именно в XI веке были применены все эти новые механизмы, подходы к уничтожению своего противника. Причем они растянули это на 100 лет. Ну, теперь вы понимаете, что, планируя свои мероприятия, наши ребята никуда не торопятся. Они реализуют свои планы не спеша. Пока одни людишки, Лулу Амелу, состарятся, умрут, а народившиеся людишки, столкнувшись с новыми событиями и новыми инициативами наших ребят, уже не смогут провести параллели с прошлыми событиями, которые отстоят друг от друга на 50, на 100 лет. Вот. Прекрасный план. Прекрасный план. Да, каждый раз как с детьми. И, да, и в данном случае вот, просто XI век состоял из
нескольких очень важных шагов. Итак, шаг первый. Я буду рассказывать, как обычно, а вы применяете это на те международные интриги, на те инициативы наших западных, например, не партнеров, с которыми вы сталкиваетесь сейчас, и просто увидите один в один. Методички не меняются, придуманы были еще лет назад. Сначала следует, как мы говорили, боковой удар. Ну, как будто разборки с посторонним, а не с главным соперником. Но удар должен быть демонстративным и показательным. И желательно, чтобы он как-то затронул, пусть опосредованно, но основного противника. Шаг второй. Потом производится прямой и неожиданный наезд на главную цель атаки. Шаг третий. Вот сразу после наезда идет откат с демонстрацией попыток замирения сторон и разъяснениями типа «да нас не так поняли», «да мы вообще не про это». Потом идет четвертый шаг, когда цель, мишень, нападение, уже сама себя убедила, что ей показалось, как будто наши ребята хотят на нее напасть, и даже успокоилась на этот счет. Вот в этот самый момент следует еще более мощный и еще более изощренный удар. Но такой, чтобы даже сама жертва не понимала истинной цели нападения. В промежутках между вот этими наездами, отъездами, нападающий изматывает свою жертву новыми инициативами или отвлекающими маневрами и успешно напускает туману, который скрывает его истинные намерения. Вот как раз по этой самой схеме и развивались события в 11 веке. Аналогия с 21 веком, я думаю, рассмотрим. Однозначно, да. Между, естественно, между кем были противоречия? Между представителями западных и восточных семей. Поэтому мы, собственно, и весь цикл лекций 11 век мы назвали как акты большой пьесы под названием «Реванш». Итак, первый акт пьесы мы разобрали еще в 28-й лекции, когда говорили про египетского халифа Аль-Хакима по прозвищу «Безумный» и состоявшего при нем офицера связи по имени Хасан Абу-Халид по прозвищу «Ящерица». Там было много всего необычного, включая издевательство. Может быть, и даже это было не прозвище, а его реальная сущность. Сущность, да. Вот издевательство над христианами, иудеями, разрушение синагог, церквей, мечети и, в конце концов, разрушение храма гроба Господня в 1009 году. Что должно было болезненно задеть власти Византийской империи и вызвать первоначальную реакцию восточных семей. Это был первый и, как принято у наших ребят, боковой удар по Константинополю. Эту тактику западные семьи потом будут применять на протяжении всего второго тысячелетия в разных странах и при разных ситуациях. Второй акт пьесы мы с вами говорили, это великий церковный раскол, это вот тот самый прямой, неожиданный и, в общем-то, в принципе, безосновательный с точки зрения сторонних наблюдателей, наезд на противника с обострением всей ситуации, насколько это было возможно, чтобы вызвать максимальное недовольство со стороны мишени нападений. А далее, как мы тоже говорили, пошел откат, тот самый третий шаг. Откат с демонстрацией многочисленных попыток замирения сторон. Было целых три примирительных посольства, посланные от римских пап в Константинополь с целью религиозного примирения. Это 1057 год, 1071 год и 1082 год. Естественно, с нулевым результатом. А точнее, что важно, главная цель примирительных посольств была достигнута.
западные семьи, получив нужные, они вот получили нужные, вот правильные для них результаты, которые они потом будут использовать. И теперь все знали, что это именно Константинополь отказался мириться. О неправомерных требованиях всех трех посольств европейские хронисты в следующие 300-400 лет скромно умолчали. И в истории остался только тот факт, что виноватыми в церковном расколе были византийцы. И только. В западных семьях византийцев назначили виноватыми. Все, не обсуждается. Ничего не напоминает. Это как вот сейчас наши... Ну, тогда потребовалось 300 лет, а сейчас уже, по-моему, за год все происходит. Сейчас это вот наши западные не партнеры предлагают, например, России свои мирные инициативы. А когда Россия отказывается, они громко на весь мир осуждают эти решения. Ну, потому что... инициативы просто до неприличия. До неприличия. Неприличные, понимаешь, как... бессовестные. Вот. Да. И вот всем рассказывают, что это вот Россия виновата. Ну, просто потому что наши западные партнеры сразу изначально назначили Россию виновной во всем. И об этом успели всем рассказать. А вот наши западные ребята... К сожалению, политиков уровня того, что были в Византии, в общем, не наблюдается. Ну, пока да. По крайней мере, на... видимом горизонте, как по телевизору показывают. Где-то, может быть, там сгреют эти политики. Вот эти вот приемчики, перевертыши, наши западные семьи, представители западных семей, начали использовать еще 1000 лет назад. Но параллельно с основными действиями вот в этих актах пьесы «Реванш» были еще и другие направления и тренды, которые также развивались на протяжении всего XI века. Они выполняли иные задачи по усилению влияния западных семей, перехвату инициативы. Незаметно для остальных вот закладывали контуры будущего нового мира. Вот о них мы сейчас и поговорим. Вторая часть – это... западные хронисты и новые письменные европейские источники. Парадокс. Но в XI веке в Западной Европе неожиданно для всех появляется много хронистов. Создается огромное число письменных источников. И начинает формироваться корпус публичных документов. Дневники, хроники, книги. Что было не характерно для Европы, начиная с V и заканчивая X веками. Ну, в силу ее интеллектуальной отсталости от Византии. Убогости. И таких хронистов и источников появилось не просто много, а это было какое-то похоже на взрыв сверхновый. Не было, и вдруг как прорвало. Так что же, в принципе, произошло в XI веке? И какую... цель преследовала это вот новое направление деятельности в Европе. В нашей лекции, по-моему, номер 14, «Закат Европы, расцвет Византии», часть вторая была «Локомотив европейской цивилизации», мы упоминали о трех наиболее известных западноевропейских мыслителях, живших и творивших до начала XI века. Это Исидор Севильский первый, средневековый энциклопедист со своей 20-томной этимологией. Он был из Вестготской Испании, то есть из пришлых на Европу племен. Да? Причем пришлых отсюда. Отсюда, да. Забежим вперед. В результате великого переселения народов. Вторым, мы знаем, это был Северин Боэций, первый магистр Остготского короля Теодориха. Западные семьи рекрутировали людей умных и думающих, знающих из народов, вновь прибывших на территорию Европы,
так как из местных народов кто-то, кого-то выдвинуть на научную стезю было не просто сложно, а, в общем, невозможно. Не с кого выбирать. А, таких просто не было. И третья известная звезда европейской мысли – это Флавий Кассиодор. Ты тоже, в принципе, секретарь и магистр Офици, то есть начальник канцелярии остготских королей. То есть он тоже был представителем пришлых на Европу народов. А теперь вопрос. Почему в истории научно-философской мысли Западной Европы остались только эти трое? Ответ самый простой. Во-первых, больше никого просто не было из выдающихся мыслителей, кого можно было приподнять на тот же уровень знаний и творческого наследия, равный уровню византийских мыслителей. Да, я напомню, что интернета не было, телевизора не было, книгопечатания не было, книги были рукописные. А книги изготавливались только в Византии. Да, рукописные были, да. В Западной Европе. И незначительное количество на пергаменте писалось в Европе, как мы с вами рассматривали этот вопрос в лекции о производстве бумаги. Да, в Византии уже печатались. Ну, они, да, ну, ограничены там тиражами, мастерских конечно. Много было, изготавливались, это мы тоже говорили об этом, на потоке. А в Европе это индивидуальные, просто буквально единицы. Вот. Во-вторых, и самое главное, в Западной Европе в силу ее убогости не было культурных, вот, культурных традиций создания публичных письменных источников. Это важно понимать по той причине, что вот, ну, то, что делалось в бенедиктинских монастырях, скриптории по переписыванию древних текстов, создание своих... Скриптории по переписыванию истории. Библиотек. На самом деле, да, это, ну, во-первых, это были не публичные люди, как источники знаний или вот изречений, а письменные источники в тех же бенедиктинских монастырях, они всегда были безымянны. То есть, кто из монахов что писал, когда и как, это уже неведомо. А цель вот такой активности бенедиктинцев, истинная цель, как мы с вами знаем из прошлых лекций, состояла в том, чтобы эти монастырские источники увидели мир лет так через 500-600, когда других публичных письменных источников уже не останется, и или еще того хуже, их раз по 150 уже перепишут другие авторы. А, да, публи... а все, что не понравилось, сожгут. Да, а публичные источники, они всегда имеют авторов. Это всегда звезды или значимые, авторитетные люди. Собственно, такими были авторы публичных источников. Но в своей среде, в научной, в религиозной, но все равно это были имена. И вот что мы наблюдаем с началом 11 века в Западной Европе, как по команде начинают появляться именно публичные письменные источники за авторством, ну, известных в то время, ну, в основном, понятное дело, церковных иерархов и авторитетных авторов. 11 вот век, он взорвался числом публичных письменных источников. Вот вы сейчас можете наблюдать, мы вам приводим таблицу сравнения ситуации до 11 века в Западной Европе и весь 11 век. Знаете, какое количество хронистов, историков и религиозных иерархов католической церкви вдруг начало писать прям вот твои дневники. Епископы, архиепископы. То есть, ну, они, конечно, писали наверняка не они сами, а их подручные. Это не важно, но они ставили свое имя, знаешь, ну, то есть возвышая источник до определенного уровня авторитета. Интересный момент. В процессе поиска и составления вот этого списка западноевропейских хронистов со мной приключилось одно необычное открытие. Книга хрониста капеллана Випона «Жизнь
Конрада II императора с 1024 по 1039 год, которая увидела свет в 1048 году, начинается просто замечательной фразой. Звучит она так. Послание королю Генриху III, сыну императора Конрада II, Випон, Божию милостью, пресвитер и служитель королевских слуг, славнейшему императору и королю Генриху III, мудрому как в мире, так и на войне, внимание, обладателю земного шара. Что-то какое-то... Напоминаю. Книга увидела свет в 1048 году. А впервые о том, что Земля круглая, написал, конечно, Аристотель за 1500 лет до появления этой книги. Ну, правда, по Аристотелю говорят, что его не было, его труды были придуманы то ли в 17, то ли в 15, то ли в 16 веках. Ну, мы сейчас не об этом, а о том, что официальная история говорит нам, что... Это были запретные здания, за которые там людей сжигали на кострах. Вот, что аж до начала 17 века церковь преследовала тех, кто отстаивал идею, что Земля круглая. Джордано Бруно ожгли в 1600 году. Галилея мурыжили аж до 1616 года. А тут все как ни в чем не бывало. У первых строках моей книги от 1048 года я церковный муж, делая посвящение императору Конраду, заявляю, что его сын – обладатель земного шара. Ну, это так уже. Замечание по ходу поисков. К вопросу о том, когда было это написано, может быть, нет? Не будем на этом останавливаться. Этот Випон очень авторитетный. Его труд про Конрада, и, соответственно, потом это перешло к сыну Генриху III, потом к его сыну Генриху IV. Випон очень известный, был авторитетным на протяжении многих столетий автор этого произведения. Так, еще раз. Зачем создавался в XI веке с такой интенсивностью весь этот корпус хроник, документов и книг? Попробуем ответить. Во-первых, реванш начался по всем направлениям. Соответственно, западные семьи стремились показать, что в Европе начался расцвет. Ну, если не культуры вообще, то практики создания публичных документов, источников в частности, да? По аналогии с Византией. Во-вторых, вот это вот взрывное количество европейских текстов и их хроник несло в себе совсем другие смыслы. Управление подотчетным населением. Потому что наши ребята начали внедрять принцип уже информационного взаимодействия, который вот как математическую формулу озвучил вот император Священной Римской империи Генрих IV. А он сказал, значит, уста – это власть, а уши – это покорность и послушливость. Вот после XI века наши ребята всегда будут использовать этот принцип. То есть они создавали огромный корпус документов и хроник, чтобы информация всегда исходила только из их уст. Все остальные, внимающие им, должны были быть только ушами. Ну и в Средневековье все книгопечатные мастерские, естественно, принадлежали их людям, которые печатали, вот особенно большими тиражами, только то, что было нужно. Ну, все как сейчас. Есть 5 человек, которым принадлежат практически все СМИ западного мира. Да, а вот все издательства, которые... Всем остальным, да. Печатать, если, дай бог, да, кто-то что-то там сказал, их сразу книги банят. В Гугле. А раньше их тупо сжигали, преследовали самое простое, там уничтожали безжалостно эти издательства. Все было жестче. Да, там все сейчас, очень. Сейчас закобыльство, там, да,
с казуистика вся эта. А раньше приехали, станки разбили и бошку разбили. Да, у нас вот, например, и пожгли всех. Один из роликов тут недавно, причем старых роликов забанили на Ютьюбе, придется пересобирать его и заново выкладывать. В общем-то, сейчас-то мы... Товарища Ленина, кстати. Да, сейчас-то мы с вами видим этот принцип в законченном виде, когда вот Владимир правильно сказал, что все средства массовой информации и информационные ресурсы принадлежат пяти или... Пяти вроде человекам. Но там считается... Американские, по крайней мере. Их всего 9 крупных, но даже среди 9 есть 5 крупнейших. Которым, собственно, опосредованно принадлежат... Ну, сейчас мы это знаем просто благодаря гиперинформационному миру. А в те времена никто ничего не знал. И никаких способов узнать это не было. А сейчас мы уже видим, что вот эти 5 или 9 холдингов, они говорят нам только то, что считают нужным. А все остальные должны... Да, все остальное запрещаем говорить. Поэтому... Называя это... дезинформации и там как угодно. Ну да. Вот и жестоко на... баня во всех соцсетях, ютубах и прочих, прочих контактах. Да. И тонкий момент. Вот, например, на Rush Today или на Спутник там, да, вещая там, по 1,5-2 с лишним тысячи средств массовой информации набрасываются как вши на... лохастую собаку. Да, это делается вариант первый. Для того, чтобы не было альтернативного мнения, это понятно. Но вариант второй, чтобы ничей род больше не извергал истину. Только они должны обладать монополией на право вещать. Монополия на правду. Отсюда монополия на правду. И, собственно, третьих, западные семьи, давайте уже смотреть по-другому на исторические события, западные семьи уже составили для себя план постепенного уничтожения Византии, ну, как центра культуры и базы письменных источников, чтобы в следующие века после реализации своего плана успешной у людей не сохранилось византийских источников, и тогда все исследователи будут ориентироваться только на источники XI века, сохранившиеся где? В Западной Европе. И поэтому корпус европейских документов должен стать обширным, многочисленным, чтобы у исследователей событий XI века даже не было времени на поиски византийских источников. Ну и по решению, принятому представителями западных семей, должно было остаться минимальное количество источников византийских, с чем успешно справились крестоносцы, особенно в 1204 году. А затем уже турки-османы в 1453 году просто обили это дело. Окончательно справились. Им не нужны были... источники, которые не говорят о Коране или на языке Корана. Поэтому они не продавали, они даже не подтирались этим, они жгли. И все. Там была такая бумажка, которую не подотрешься все равно. Поэтому, собственно, вот за XI век и раньше в европейских источниках уже писалась совсем другая история, интерпретация. Как говорится, кто держит ключи от прошлого, у того ключи от будущего. Да, причем они же закладывают заранее эти ключи. И в прошлое. И в дальнейшем, на протяжении вот второго тысячелетия, эта тактика вот западных семей себя полностью оправдала своими результатами. Потому что вот к началу 20 века специалисты-византологи в основной своей массе были представлены кем? Английской профессурой. Была еще часть немецких историков, но они находились под научным влиянием англичан. Ну и, соответственно, третья команда историков-византологов была представлена выдающимися российскими учеными, правда, в минимальном количестве. А вот в советское время
историков, исследователей по Византии вообще можно было пересчитать на пальцах двух рук. Ну, изучать Византию, когда в Византии источников нету. Понимаете, как только вот западноевропейские. Это неинтересно. Поэтому, собственно, не было интереса изучать Византию. То есть цель была достигнута. Таким образом, инициаторы процесса под названием «Забыть Византию», который стартовал в XI веке, они сделали все возможное, чтобы не дать заинтересованным исследователям получить объективные данные по Восточной Римской империи. А теперь мы переходим к очень интересной вот этой вот параллельной линии, о которой мы с вами говорим, которая тоже шла на протяжении всего XI века. Римские папы и антипапы. Итак, римский папа, Pontifex Romanus, римский понтифик, или же Pontificus Maximus, верховный суверенный понтифик. Ну, в международном праве это вот суверенная персона исключительного свойства, поскольку одновременно владеет тремя нераздельными функциями власти. Он монарх и суверен Святого Престола. Он является преемником Святого Петра, как первого римского епископа. Соответственно, видимый глава католической церкви и ее верховный иерарх. И третье – это он суверен города-государства Ватикан. Как вообще возникли папы? Сначала пап не было. Все просто. Упоминание вот о епископах, управлявших имуществом общин ранних христиан, они сохранились еще в источниках, датируемых вторым веком. В четвертом веку римские они были епископы. Как крупные землевладельцы уже занимали церкви особое положение. Папство сформировалось на базе вот римского епископата только в V веке нашей эры, понятное дело. А с середины уже VI века епископы, приняв к тому времени уже наименование папа, они стали фактическими правителями Рима. Ну, не считая того, что Рим просто тогда уже был в упадке, как город. Поэтому папы стали правителями Рима. Ну, папа это поп, пишется же. Да, поп. С попами они стали. В 756 году, получив от франкского короля Пипина Короткого земли, окружавшие Рим, папа стал светским правителем. Вот той самой папской области. А к концу X века, то есть к началу тех событий, о которых мы говорим, зависимость пап от франкских королей сменилась зависимостью от императоров Священной Римской империи. Ну, там были свои причины, об этом мы расскажем в следующей лекции. Собственно, вот так к XI веку подошли папы. Теперь, откуда появился такой парадоксальный феномен под названием антипапа? В католической церкви так принято именовать человека, который вот незаконно носил звание папы. Обычно вопрос о том, кто из претендентов, одновременно оспаривавших папский престол, являлся законным папой, а кто антипапой, он решался уже после исторической победы свержения одного претендента другим. Победителя не судят, он судит. Церковно-административной хронологии при принятии папами очередного порядкового номера, номер папы, которого признали антипапой, он не учитывается. Это вот тоже нужно. Понимаете, почему не все папы там указаны?
И несмотря на то, что церковь не признает антипап, в выходящем ежегодно официальном справочнике Annuario Pontificio в реестре понтификов имена антипап присутствуют, но заключенные в скобки. Это официальная версия, которая тактично умалчивает, как всегда, пару очень важных деталей, на которые мы сейчас с вами обратим внимание. Итак, один антипапа был в IX веке, когда произошла первая схизма, то есть раскол между Византийской церковью и Римской. Его звали Анастасий Библиотекарь. Ну, он просто был ученый муж. По одному антипапе пришлось на XII век, это Виктор IV, и на XV век, это Феликс V. Но основной урожай антипап пришелся, как вы догадываетесь, на наш с вами любимый XI век. 80% антипап в истории католической церкви было зафиксировано именно в XI веке. А и мы с вами сейчас понимаем, что это не просто так. Наши ребята из Константинополя, обладая гигантскими денежными средствами и разветвленной сетью агентов в Европе, конечно же, активно вмешивались в процесс избрания римских пап и назначения своих креатур. Важная деталь. Вот нам Дэн Браун в своем коде «Да Винчи» всем очень реалистично живописал избрание римского папы конклавом кардиналов. Но так было не всегда. С самого начала установления папства, с V века, вот теперь внимание, это истинные причины возникновения папства и антипапы. Значит, а вот с самого начала, с V века, вот когда папу начали избирать как высшую ступень в иерархии западной, именно ветви христианства, пап, подобно другим епископам, избирали на совместных съездах. Собор – это чисто религиозное, а вот на совместных съездах духовенства и светской знати. И так продолжалось, собственно, вот 6-7 век, до середины 11 века. Что-то вроде съезда КПСС. Вот 500 лет так продолжалось. 500 лет. Или Верховного Совета. И естественно, что представители восточных семей, обладая большим арсеналом влияния, помимо денег, они перекупали европейских аристократов, чтобы те голосовали за кандидатов, нужных Константинополю. При этом ребята из западных семей тоже энергично сопротивлялись такой активности непрошенных кураторов с берегов Босфора. И вот сейчас вы видите таблицу римских пап и антипап. Вот чуть-чуть в X, но в основном в XI веке. Обращаем ваше внимание на тот факт, что до Латеранского собора 1059 года папы, подобно другим епископам, еще раз повторимся, выбирались совместно духовенством и светской знатью. И только после Латеранского собора западные семьи добились того, чтобы избрание пап проходило исключительно конклавом кардиналов, ну, про который нам рассказал Дэн Браун. Да? То есть из процесса... С черным и белым дымом и всеми приколами. Из процесса избрания римских пап были полностью исключены любые европейские аристократы. То есть избрание папы стало делом сугубо церковным. И это был знаковый момент в истории как католической церкви, так и всего противостояния между западными и восточными семьями, поскольку теперь восточные семьи уже не имели возможности подкупить высокое собрание и обеспечить избрание нужного им кандидата на должность Pontifex Maximus. Как же ему это удалось, при том, что папа был фактически
Ну, назначено при сильном влиянии еще, Византии, да, сейчас, как сейчас, это тогда сейчас, удалось? сейчас, Какой сейчас. суверенитет себе добиться? А теперь вспомним, что, во-первых, с X века активно шла реформа Клюни. То есть очистка подведомственной европейской территории от внутренней церковной, возможно, или потенциальной фронды. Второе. Латеранский от собор... агентуры защищать. Да. Чужой. Латеранский собор проходил, обратите внимание, всего через 5 лет после известных событий 1054 года, связанных с Великим Церковным Расколом. Тогда становится понятно, что таким образом западные семьи, использовав всего лишь процессуальные методы, изящно и бесконфликтно отсекли константинопольских ребят от участия в управлении западноевропейской церкви. То есть, фактически, Латеранский собор 1059 года, он хорош для нас с вами, как вот мы анализируем события, он хорош еще тем, что наши ребята из западных семей применили абсолютно новый способ борьбы с оппонентами. Мелкими и вроде бы техническими методами они учились формировать действительность под себя, под свои нужды. Причем этот принцип будет большим успехом использоваться именно на протяжении всего второго тысячелетия, начиная вот с магдебургского права и городских уложений, и заканчивая королевскими географическими обществами Великобритании, Нобелевским комитетом, коммунистическим интернационалом, Лигой наций. Ну, для проведения вот таких реформ нужна была очень спаянная, небольшая, четко осознающая свои интересы и передающая эти интересы по тонкому наследству или каким-то еще образом, да, то есть продолжающаяся на протяжении столетий группа людей. Что это такая за интересная группа могла быть? Вот, по-моему, про нее мы и передающие расскажем. Вот, да? Техники, механики, знания, техники. Простой пример. Без этого было невозможно достичь таких целей. Вот простой пример из сегодняшнего дня. Все международные организации типа ООН, типа Международный Олимпийский комитет успешно проводят изоляцию России или других неугодных стран-конкурентов. Как они это проводят? Исключительно, вы же видите, техническими и процессуальными методами. Вроде бы они с нами борются, но не в открытом противостоянии, а техническими методами демонстрируют, что... Ну, вот, административными. Да, вот тут вот представители неугодной страны всего лишь не соответствуют каким-то регламентным процедурам, принятым международными организациями. Это вот у людей большой опыт, у ребят. И вот, собственно, Латеранский собор 1059 года – это была серьезнейшая победа западных семей на своем, на европейском поле. При этом восточные семьи на протяжении всего XI века, что вам покажем в следующих лекциях, они не оставляли своих попыток вмешательства в управление западноевропейской церковью. Но уже не с той эффективностью. И как раньше. Вот что сильно ослабляло их возможности игры на чужом поле. Вот так, шаг за шагом, западные семьи, несмотря на свою внешнюю слабость и ограниченность в ресурсах, вводили вот новые методы борьбы с оппонентами и новые методы управления подотчетным населением. И постепенно очищали Европу от византийского влияния. Закрывая... Потому что, обрати внимание, у них не было таких возможностей, как сейчас. И, да. Когда у них есть неограниченная миссия, с помощью которой они, собственно, решают, заливают все проблемы деньгами и решают все вопросы. Сейчас это делают выродки этих семей, дураки. А вот те, кто... Вырожденцы. Вырожденцы, да. А те, кто... В XI веке это придумывал и входил, это были мыслители. Прямо мозги. Таким образом, отсекали
шаг за шагом, направление за направлением, западные семьи, не имея того арсенала средств, которыми обладали восточные семьи, и тех денежных массивов, которыми оперировали константинопольские кланы, но они вот этими методами их отсекали от воздействия на европейскую аристократию, на европейскую действительность, тем самым расчищая поле, как минимум, для себя здесь. На этом сегодняшняя лекция наша заканчивается. Следующая лекция будет посвящена таким же интересным приемам, которые входились в 11 веке нашими ребятами из западных семей. Да, всем спасибо за просмотр. У вас есть пища для размышлений. Информация для того, чтобы подумать и сравнить, как оно происходило 1000 лет назад и происходит сейчас, и что за силы стояли тогда и стоят сейчас за вот этими интереснейшими мировыми процессами, да, которые сейчас мы наблюдаем в прямом эфире, просто сидя на диванах, кушая попкорн. Да, ну кому можно, кому нельзя. То, чего раньше было абсолютно невозможно. И, соответственно, вот недостижимо такие, для понимания. Да, и, соответственно, вот такие исследования, которые мы сейчас занимаемся, тоже были просто технически невозможны. То есть можно было, кто-то мог догадаться, допустим, что что-то все как-то странно происходит, но не уточнить, не получить подтверждение, и тем более донести эту информацию до неограниченных кругов или до ограниченных кругов, но интеллектуально неограниченных людей было абсолютно невозможно. До свидания. До новых встреч. Всего хорошего.